Я доверяю государству, я доверяю системе, и в этой системе можно что-то поменять. Но то, что ЕНПФ работает из рук вон плохо, с этим я согласна. Если бы я доверял, я бы, наверное, не оставил там свои деньги. В какой-то части, да. Потому что пока на сегодняшний день, наверное, это то направление, к которому нужно довериться, а если его не будет, то тогда тоже, в принципе, если больше ничего нету. В том, что ЕНПФ наши деньги сохраняет и приумножает, в этом у меня нет сомнений, потому что я за этим как бы слежу, ну, за своими пенсионными отчислениями, я вижу, что на них там начисляются, они сохраняются, вот. Но в том, что они обеспечат меня в старости, я сильно, конечно, сомневаюсь. ЕНПФ? Доверяю. Дәл осы жерге келетін болсақ, ЕНПФ-ға байланысты, енді біз әлі күнге дейін оның жемісін көріп отырмыз. Енді иә, соңғы уақытта түрлі сол жұмыстардың олқылықтары шығып жатыр, бірақ дегенмен егер де біз сол ЕНПФ-ға сенбесек, ақшаны сол жаққа салмайтын едік қой. Логикалық жауап деп ойлаймын. Депозитке ақша саласыз ба дейсіз ба? Жоқ. Өзім бала жағымнан артылмайды, мен бизнесмен емеспін. Бір айлықпен 4 бала, 6-7 адамды бағуға оңай дейсіз ба? 600 мың. Нет, я не коплю на старость. Депозит ахшам жок. Дополнительно нет, к сожалению. Да, коплю. Депозит ахшам. Отдельно от НПФ? Конечно. Конечно, коплю.